Так, я буду сегодня... я сегодня буду делать тирлист, кто сделает лучше гоп-гоп тебе, лично тебе, моему подписчику. Начнем с самого легкого. Все идут в С. А сейчас, обождите. Все идет в С, потому что... Вы не представляете, сколько у него сына там вороватость, это вообще пиздец. Два рта, нахуй. Два, не один. Такая же хуйня с Дема. Конечно, мне будет пиздец. Знаете, это как сейчас. Как вот эта хуйня. Немного похоже. Короче, кому как, может быть, у кого-то есть фетиш на это. Том, конечно же, плачист, что он накачанный мужик, и он сильный, у него еще сейчас. Так, ну, во-первых, вот это. Вот это, во-первых. Во-вторых, в модели вот эта хуйня есть. И это как минимум несколько раз может обернуться возле мяса, так что. Не, без такая же хуйня. Но только я не думаю, то что он это будет делать. Ну так-то, чисто по теореме, это было бы заебенько. Мне кажется, никто из них, ладно, тупая логика, короче, ну вы поняли меня. Такая же хуйня, Соня. Бля. Конечно, еблет у него стрёмный пиздец. Это пиздец. Это пиздец, братки. Не потому что я расист, это точно. Нет, не из-за этого. У него все равно в вас идет. Потому что он огромный. Дальше. Да, думаю, Хантерес КС тоже. Я это объяснять не буду. Потом. Я думаю. ВС тоже. Сами знаете почему. Ну и последний С, наверное, будет Майкл, потому что его, сука, ничто не пробьет. Он тебя пробьет. Всех нахуй тебя пробьет. И вот. Потом мы идем в тир А. Траппер идет в А. Хуй знает, конечно, потому что, типа, у него вроде как во рту такая же хуйня, как у Демы, типа, эти ёбаные крюки от сущности остались, возможно, но хуй знает. Регион. Конечно, если бы они все были нахуй не уродами и ебаными, возможно. Но так-то, если подумать, если не смотреть вообще, то как бы четвером экшен этот, я могу представить. Я думал Густвасю. Потому что... Бля. Даже не знаю, как это объяснить нахуй. Но и понятно то, что он... Это еще, конечно. Молодец. Она свинья. У нее есть гиат. Это все. Наверное, на. Все закончилось. А, нет. Нет, это идет вас. Еще один. Блять, сука. Это горло нахуй. Это горло нахуй, но для чего-то, блять, предназначено нахуй. Вот так скажу. Ну, с А и С закончили. Конечно, это пиздец мало. Хотя нет. Типа это самая обычная, самая дефолтная хуйня. Наверное, она делает всякую хуйню фетишную, возможно. Потому что у нее вайб есть. Ну и думаю, все. Тебе точно все. В Б, наверное, идет сразу же доктор. Ну что, сука, что-то нахуй удерживает. Что вот это такое нахуй? Окей, вот. Замечательно нахуй. Старый, возможно. Сейчас мне это вообще пиздец. Так что старый идет в Б. Кстати, о старых. Возможно. Возможно, Смэш жесткий был бы. Если бы не его челюсть, которая нахуй. Нахуй. Я думаю. Я думаю, да. Не из-за его еблета, а из-за того, то, что можно, типа, всунуть в темноту, которую непонятно куда. И это можно, как бы, рассказать всем. Все будут знать, и это всем будет интересно. Всем будет интересно. Вескер. Ну, это, типа, самая дефолтная хуйня, но... Тентакли, нахуй. Наверное, тоже идет ва, потому что это за тентакли. Что у некоторых может быть, типа, фетиш на это, и, блядь, это для них плюс. Плюс балл. Нерсая, потому что они там скинули с открытым ртом, и это значит, что она типа как бы, ну, может все это делать, но
она будет задыхаться постоянно, потому что когда она блику, блядь, блику, сука, задыхается. И, наверное, будет не классно. Трюкаешь, наверное, тоже, потому что он самый дефолтный, нахуй. Типа, наверное, кому-то будет, всяким твиттер-девочкам, нахуй, понравится то, что, блядь, кей-попер, нахуй, этот ваш ебаный. Ну и вот. Бля. Не, ну смотрите, пройдите, типа, что он может делать, он как бы, он вас нахуй ваших, типа, он, представьте, он, короче, в реальности нихуя делать не будет, но вас нахуй он будет такую фрики хуйню сами делать, вы не представляете. Бля. Рыцарь тоже идет сюда, потому что их там несколько, типа, как минимум, во-первых. Во-вторых, ну, я думаю, это самый, типа, нормальный чел, так что, в принципе, в Б. Дальше, если мне не нравится вот эта вот хуйня с БДСМ, блять, она меня пугает, нахуй. Конечно, у каждого есть разные фетиши, блять, так что... Я думаю, на этом все, можно в C-тир переходить. Ну, во-первых, я могу понять, типа, может быть, опять же, у кого-то фетиш на блевотню, нахуй, на своей хуйне. На своей хуйне, типа, но, блять... В принципе, это еще более-менее, если можно стерпеть это бля, который тебе будет делать нахуй там. Наверное, Буба, потому что он самый обычный чел. Самый обычный, в смысле, он может гоп-гоп сделать. Но когда он будет делать гоп-гоп, он у вас кожу нахуй сожрет. Или просто откусит, блять. Так что... Опять же, у кого-то фетиш на... Ну, у него как бы название каннибал, так что... В принципе, не ожидать чего-то подобного будет глупо. Хиллбилли, я думаю... Наверное, я думаю... На высоком C-тире он должен быть, блядь. Потому что он еще накачанный. Блайт тоже. Ратибор, конечно, у тебя классный, братан. Ну и Векна, блядь. Потому что Векна тоже самый дефолтный. Правда, у него пиздец. У него нету нихуя. Вообще нихуя из тела. Сейчас. Вот, сука. Сейчас. Я не могу. Ладно. Вот смотрите, здесь нихуя нету. Нету, абсолютно нихуя, и это будет очень скучно, я считаю. Реально, вот прям самый-самый-самый низкий C-тир. Потому что ты еще костлявый ебан, блять, который не будет говорить на твоем языке, нахуй, на старорусском каком-то, блять. Думает, что он, нахуй, думает, что он, блять, Иван Грозный, нахуй, какой-то, блять, пиздец. В D остались только те, которые, нахуй, самые нежелаемые, блять. Конечно, я понимаю, неведомое, это как... Опять же, много копий. Но, блядь, это стрёмная хуёбина, блядь. Я ненавижу эту хуйню. Это, блядь, из модела каталога, блядь. Это пиздец. Такое, нахуй, трогать вообще нельзя, братки мои. Поняли? Нельзя такое. Близнецы? Ну, может быть. Возможно. Было бы не Д, если бы не ебучий Виктор, нахуй, и её дыра в сиськах, блядь. Знаете, я не хочу, типа, вообще... Нихуя! Абсолютно нихуя! Вот с этими... мелкими пиздюками иметь дело. Клоун, потому что он жирный уебан, прям как Лёня. Чаки тоже такая же хуйня. Возможно, самого чела, типа, возможно, самого чела я бы туда-сюда, но, блядь, не самого бы, так что... Сука, ведьма это пиздец. Вот это пиздец. Она вот что-то подобное, что и у Бубы, блядь, но только он сожрёт, точнее, она сожрёт ту ебучую, блядь. Блядь, сука. Вашу печенку зажрет нахуй. И вся деревянная. Я не думаю, то, что это сработает. Сингулярность, потому что тебе, блядь, просто мозг прожгет и нахуй не для этого спрограммировать. И некуда. Некуда, просто некуда, блядь. Вариантов нету никаких даже. Ну и думаю. Да, дебил, я не помню, как его там. Тоже из дерева, блядь. Я ненавижу эту хуйню, блядь, с деревом. И стрёмный, блядь. Не потому, что я расист. Правда. Ну и Андрей по той же причине, почему, типа, Чак идет нахуй. Хотя... Несмотря на каком фильме, типа, лицензия. Если на... Сука. Если на фильме американском, то пиздец. Если на японском, то я бы сказал, что это атир. Ну, вроде как оно на японском. Так что... Вот. Короче, забыл объяснить, если лицензия типа на ёбаном японском фильме, то ей там более чем 18, а в американском она маленькая девочка. Это, ну так, что вопросов не было. Да.